Hey, всем привет, друзья, меня зовут Роман, это канал Real Grizzly, и мы сегодня продолжаем играть в Sunken Land, игра про подводный мир, получается, где нас затопило, и мы пытаемся как-то выжить в этих условиях, вот. Так, секундочку, вроде все есть. Извиняюсь, что так долго не было видео, завтра будет стрим, получается, точнее, не завтра, у тебя будет... Когда? Короче, воскресенье будет стрим, я не знаю. Может, я уже посмотрел. Может, уже из будущего, как говорится. У меня его еще пока нету. Он пока только в планах. Вот у тебя он же, возможно, даже был. Текс, что у нас по звуку? Смотрим. Звук вроде есть. Еще раз смотрим. Настроечки. Настроечки у нас постоянно сбиваются, потому что это... Игра еще не в полном режиме вышла. В смысле, не в, так сказать... Почему низкий ставится? Она не полная версия, вот. Почему на низкий сбрасывается, не понимаю. А, вот выше не надо, потому что она пиздец не оптимизирована. Тени пусть на средний будет. Качество теней твердая тень пусть... Да, вот так заебись. Качество текстур пусть высоким будет, да. Хорошо. Отличненько. Звук. Звук присутствует, чи не? Чи да. Все, звук есть, поэтому погнали. Погнали. Это вот, как я еще раз говорю, кто, может, не смотрел. Да юлять. Ее реально колышет, пиздец. Пиздос. Пиздосий. Кто не смотрел эту игру до этого, эта игра похожа на Subnautica. Subnautica, если ты играл. Скорее всего, ты играл. Надеюсь, если не играл, то помянем, как говорится, долгих лет усопшим. Поехали. Начать, в скобочках продолжить. Огонь как был, 2D-шный, так и как бы есть. Присоединиться. А, нет, не то. Подожди. Создать. Да, создать. Правильно же создать. В прошлый раз на чем остановились? У нас на нас напали какие-то непонятные мутанты или что это было. Я от них кое-как отбился с двумя смертями. Короче, жесткие ребята. Надо от них как-то ограждаться. Делать какие-то ловушки. Не зря здесь в игре есть оборонительные сооружения, всякие заборы, всякое такое. Так, наша избушка на курьих ножках присутствует. Чё по лагам? Етить колотить нахрен. Да ты шо, она с каждым разом все хуже и хуже оптимизирована. Я не понимаю, что за прикол. Давай, я не знаю, средний сделаем. Вот так может быть, maybe. Сейчас, секунду, проверим. Чё по FPS-ам присутствует? А, я знаю, что сделать. Надо этот, включить... Да, вертикальная синхронизация включена, пусть будет. Так, а чё, кадры не ограничиваются, прикинь? Я включил вертикальную синхронизацию, а кадры как были 150, так и есть, типа. Ну, надеюсь, хотя бы на средних не будет на RTX 4060 Ti лагать. Или будет? Не пойму, надеюсь, не будет. Я надеюсь, что не будет. Давай ты не будешь лагать. А, я знаю, в чем прикол, подожди, сейчас. Надо этот не эксклюзивный, а просто бляха-муха. Да ё-моё, не хочу. Вот, окно в полноэкран. Вот, 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 вот это вот идеально. Вот это идеально все. Слушай, давай чуть-чуть повыше, а поставить прям невозможно. Разрешение теней пусть будет среднее, да, вот так вот. Качество теней пусть будет все. Все, все качество, все, которое есть, все наше. Ты можешь, пожалуйста, не лагать, братишка? Братишка! Братишка-сестришка, не лагай, пожалуйста, тебя заклинаю. Заплатил бы за это двойную ценою. Так, смотри. Мы что вообще думаем себе, да? Что нам нужен забор. Вот отсюда можно запрыгнуть, правильно? То есть надо полностью огородиться весь... Весь остров, получается. Ну, тут он не пройдет. Здесь можно оставить без забора. Надо вот тут забор фигануть. Мне интересно, вообще они как бы... Они именно проходят физически, то есть они как-то идут пешком. Или их телепортирует прямо в мою базу. Вот это очень важный вопрос, потому что если их телепортируют прямо в базу, то в заборе смысла никакого не будет. Но если забор есть в игре, то я подозреваю, что, скорее всего, они пешком идут прямо физически. То есть их можно остановить, их приход. Чё у меня вообще по оружию?
Какой-то непонятный топор есть, но, конечно, лучше бы копье, потому что оно дальнобойное. Дальнобойное оружие всегда лучше, чем ближний бой. Никто не хочет находиться в ближнем бою с врагом, который еще и мутант какой-то непонятный. Поэтому мы себе будем крафтить что-то такое более дальнобойное. Кстати, что по удочкам? У меня есть удочка, кстати. Ну-ка ся. Что я, кажется, слабо натянул. А я хотел эту наживку положить, а тут что-то оно как-то... Жит, как ее брать? RFG. Сила была слишком мала, чтобы рыба убежала. Ой. А чё я нажал? Это само оно, типа? Да ети... Слишком большой силы. Так, надо прям это... Я понял, надо прям в тайминг. Давай, ну это сложно, слушай, это сложно. Давай будем пробовать. Где-то через 10 секунд начинает клевать. Через 15. 15 секунд. 20? 20 секунд. Ваху моя! Попалась. Ну-ка, тап. Тап. Ой, это не то. Ваху. Голод плюс здесь. Ее надо сварить. Что у нас по дровам? Ой, металлолом есть? Подожди. Опа-на. Сюда, моя наживочка. Наживочка сюда, говорю. Сюда, родная. Наживочка ко мне. Ой, как чётенько прям, ты видел? Чётенько прям поймалась. Просто шедеврально. А эти тратятся? О, примарки тратятся, ты прикинь? Ебо. Я понимаю прикол, да? Она, по идее, ну хотя в теории, да, она должна тратиться. Я такой, а может она не будет тратиться? Типа, может восстанавливается червяк обратно? Собираешь его прям из рыбы по кусочкам. Тарпон. Это уж стропон какой-то получается, а не тарпон. Тарпон, слово торпеда. Я думаю, такой небольшой заборчик надо сделать вокруг всего вот этого участка. И будет неплохо, в принципе. Но если чебурашки будут ломать мой... Да, твою мать, как запрыгнуть-то? О, пошел прыжочек. Эф, закрыть дверь. А! Не надо, ты что, дурак? Сумасшедший. Так, взять еду. Ну-ка, стропончик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стропончика... Зря вода. Так, добавить морскую воду, воды нету. Пить воду есть. Взять воду куда? В инвентаре нет пустой бутылки для воды. Интересно. А, ведерко есть, кстати. Ведерко присутствует. Опа. F, ну-ка, опа, заполнили водичкой. Заполнили, погнали. Заплатил бы за это двойною ценою. Добавить древесину. А что, есть? О, есть, прикинь. Прикинь, есть древесинка. Да что ты лагаешь, слышишь, дядя? Древесинка есть. Древесинка есть, это меня радует. Сейчас, секундочку, надо нам поесть, срочно, голод, надеюсь, что-нибудь поесть. Добавить воду, вода пошла сюда, так. F, пить. Отлично, ну сейчас она сварится же, по идее, нет? О, взять еду сюда! Нет, я надо вот это добавить. Во! 20 голод. 40 голод. Ой, красота. Использовать. И жизни пошли, это отлично. И вот это. Ой, вообще шикардос, боже ты мой. Кстати, давай заборчик попробуем построить. Типа уже начал. О, ласты. Ласты были разве? Че? Ласты появились, упаковочная коробка. Так, смесь для выносливости нам не интересно пока что. Надо, я хочу заборчик построить какой-нибудь. Начать хотя бы вот где-то вот тут, чтобы эти чебураторы отсюда хотя бы не нападали. Так, как его строить? Это не то. CB. B, building. То есть в табе можно простое создание, да, что-то такое. Кирочку какую-нибудь, молоток для ремонта. Используется для ремонта разрушения и разрушения зданий.
А это у меня вообще что? Это каменный топор, а это молоток. То есть нужна веревка, это разные вещи. У меня вообще какое-нибудь копье есть, что-нибудь типа... О, вот это вот идеально. Во, это по-любому надо, ну типа... Ебать, я модненькая, слушай. Капец, я модница, реально. Я прям модница. Чисто хоть час на эту, хоть час на улицу стой деньги зарабатывай. Стрела, стрела, это мне пока... Это мне для лука надо будет, да? Смотри, копье будет какое? Копье будет четверочка. Опа-на, сюда. Нет, нет. Да. А это правое, это что такое, не пойму. Что-то, ну левое, это понятно, это удар, а правое это что такое? Это что, рыбу ловить или что? Не понимаю. Не понятно, что это такое. Так, бег, бег бежит. Б, 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 билд это Б. Деревянная дверь, фундамент, пол. Так, ну это что-то не то все. Это мне надо именно стену какую-то. Исследовательский стол, хераси. Это мне тоже надо будет по-любому. А, деревянные полки. Для чего? Для хранения деревянных... А, типа хранения деревянного оборудования всякого. Шкаф есть, прикинь. Типа тифа. О! Вот, о! Вот это идеально. Простая деревянная баррикада. Деревянная защитная стена. Во-во-во-во. Вот это то, что мне надо. Ворота. Капец, тут дерево надо, ё-моё. Откуда мне столько дерева взять? Оно же нихера не растет. Оно нихера не растет вообще. No way. Братишка, no way, как говорится. Блин, у меня слишком много всего в инвентаре. Надо выложить и пойти исследовать. О, сюда деревяшечка. Надо пойти будет исследовать сейчас. Ох ты, какой подарочек. Это прям подгончик получается уже. Свыше нам подогнали целую деревяху. Целых две деревяхи. Нам надо будет сейчас пойти исследовать. Опа, сюда. Так, ложим наш сундучок. Что? Для начала угли перетащить. Оп. Грибы пусть будут. Металлом убираем. Консервы туда же. Грибочек сюда, отсюда. Таблетки не надо. Красные водоросли пусть сидят. Клубнику потом. Деревянная доска пусть лежит. Все, ящик закончился? Серьезно, да ну нафиг. Рофлиш, что ли? Ты рофлиш, дядя, или что? Собрать, собрать. Сажать. А, ее съесть надо. Правильно? О, пошли семена. Так получается, мне надо ее еще съесть. А, вот все. Все, отлично, клубника посажена, можно идти домой. А, давай сейчас попробуем хотя бы немножко заборчик поставить. Какой он вообще по размеру? Деревяшечка, где моя деревяшечка? Сюда. Деревяшечка, сюда, родная. Так, взять еду, добавить. Добавить еду нету, прикинь, вот это интересно. А вот это уже interesting moment. А, деревянный ваху. 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 Дверь мы закрываем, правильно? Правильно. Сделаем забор где-то вот тут, предлагаю. Нет, вот тут. Чё, 10? Да ну нахер. Ах, муха. Шутукуя, блин. Как жить? Забор слишком дорого стоит. Забор непозволительная роскошь. Да ептить, колотить. Спасибо. Давай вон туда сплаваем, просто интересно. Вон туда. О, давай-ка с акулой помахаемся. Как она вообще? Как она вообще себя оценивает, так сказать, в шансах со мной? Блин, тут хотя три акулы, конечно. Такое себе с тремя акулой махаться. Давай вот туда, к Стоунхендж какой-то приплывем. Чё по акулам? Я что-то боюсь их пока трогать. Мне какое-то, этот... Защитное оборудование какое-то мне надо. А то заплатил бы за это двойною ценою. Так, металлом пошел. Можно металлический забор сделать, кстати, если он есть такой, конечно. В чем я не уверен. Без какого-то дыхательного баллона просто невозможно. Абсолютно нереально. У меня сразу заканчивается здоровье вообще. Вся жизнь заканчивается. Как в Сабнафтике, я тоже вспоминаю. О, неизвестные руины. Прям совсем неизвестные или немножко известие присутствует? Присутствует чуть-чуть известия хотя бы о них или вообще ноль. Как в Сабнафтике говорю, точно такое же начало, что у тебя вообще не хватает воздуха, ты только на поверхности где-то там болтыхаешься.
И потом только со временем находишь какие-то чертежи новых, так сказать, баллонов, которые тебе уже дают место разгуляться. Ты уже начинаешь плавать глубоко. Ты что, нихера нет, серьезно? Seriously? Ничего нету вообще. Прикольно. Интересно, интересно, yes. Yes, baby! Yes, baby! Поехали. О, вижу, 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 вижу. Тут 100% что-то есть. 150% что-то полезное. Ля! Ух ты, вообще шикардос. Ах ты какой. Доски, доски добываем. Доски это очень, очень важно. Это очень важно. Доски это супер нужно и супер важно. Блин, металлический забор вообще зашибись будет. Его хер сломаешь просто так, типа, ну, нельзя. Не получится просто так его сломать. Это им надо будет прям постараться. Что, он вообще есть такой металлический? О, металлическая защитная стена, охеренно. Еще более проще защитная стена. Кайф. Металлическая защитная стена, да, металлические ворота. Вот это вот мне надо, да. Колючая проволока, да, вот. Мне до хера до металлолома, баррикада. Металлическая бронепластина. Охереть. Как она вообще выглядит? А, это куда-то на окна, что ли, ставить? Я не понял. Странная штука. Непонятно. Ну, бронепластина обычно куда-то ставится, типа, на окна. Да что такое? Выпусти меня, дядя. О, вот это моя бронепластина лежит. Готовая практически. Металлом. Металлома до хера. Металлома это очень меня радует. Блин, какой-то мост. Прям тут столько всего можно этот, находить. Тут как бы в основном, конечно, однообразные все материалы. Металлолом, металлолом, там ингредиенты, дерево, металлолом, одно и то же. Но, с другой стороны, столько неизвестных мест. Ту-ту. Да что такое? Пусти меня, дядя! Не пускай, прикинь. Буду жаловаться. Так. Я буду жаловаться. Опа, сюда. Тут никого тайничка нет, серьезно. Сделали вот какой-нибудь тайничок. Блин, был бы бинокль, а то нихера не вижу. Это чепухи там не напали случайно на мою халупу. О, смотри, вон там офигенный забор. Смотри, уже готовый забор есть. Нафига мне строить забор, если есть уже хижина с готовым забором. Правильно? Логично? Логично. Я просто заселюсь и все. Ебой, сколько металл... Сколько компонентов. Компонент это как бы редкая штука. Это же какие-то сложные в изготовлении приборы, всякие штуки. Не, чуть сплывем сейчас, а то погибнем тупо, сгинем во мраке. Мо, машинка, машинка это нам надо. У нас вообще место есть? Место еще немножко есть. Ткань, ой, зашибись, ткань это очень супер полезно. Ткань супер полезная штука. Собака. Что сейчас было? Сбоку что выходит, я не понимаю. Ткань добыл, кайф. Из дерева добываем ткань. Чисто мэджик. Я этот Копперфильд. Ёпта. Так, мы сейчас погибаем немножечко, чуть-чуть. А что за зеленое свечение такое? Это что такое? Это солнце преломляется в воде. Интересно, интересно они продумали. Так, ничего уже не вижу. Но я хочу вон туда все-таки сползать. Где это вот чертоги эти тьмы? Неизвестные руины нейтральный. Вот это вот что такое? Вот давай там обоснуемся. Это же вообще кайф будет. Вот, что это вот? Я не пойму. Что-то такое проскальзывает. Нихера ты. От воды отталкивается, прикинь. Аквамен, твою мать. И с чем сразу копье? Так, ну и... Обнаружено новое место. Ой, бля. Поселение мутантов. А вот откуда эти чепухи. Сейчас я теперь на них нападу. Как вам такое, твою мать, а? Блюдки. А если я на вас нападу, как вы? Как вы это оцениваете вообще в целом? Холд. Блядь, умираю. Ну смотри, я думаю, надо броню сделать для начала. Поселение мутантов. Бля! Погибаю. А, типа ночью ледяная вода, я понял. Я понял прикол. Я из воды выпрыгиваю, как бы. Я же из воды выпрыгиваю. Блин, здоровье потихоньку уходит. Ё-моё, я сейчас умру.
Солнце ушло! Блин, только днем, получается, можно воевать. Либо какую-то теплую надо куртку одеть. Хотя ты в воде, конечно, в теплой куртке. Удачи тебе поплавать, как говорится, братишка. Эти чепухи, походу, реально плывут ко мне. Остров оставленного нейтральный. Оставленного. Типа меня, типа, или кого. Бля, я сейчас замерзну. Посмотри, что со мной творится. Вообще ничего не видно. Надо срочно огонь. Давай, грейся. Тепло, давай. Ну тепло же. О, пошла картинка. Все, RTX и включились ваши эти FPS-ы. Все отлично. Давай попробуем немножечко. А еды нету, кайф вообще. Так. Да что такое? А как ее? А, она еще не готова, что ли? Ё-моё. Почему? Почему так долго? Смотри, я предлагаю скушать для начала. Ням. Все, в принципе, живем. А, давай поспим чуть-чуть. О! Здоровье фул, офигенно. Вода что? Вода... Не понял. А-а-а, вода не течет, потому что древесины нету. Ё-моё. Блин, а как так-то? Я предлагаю полную сделать вот так вот. И тут тоже хотя бы 5 сделать. Здесь что, по идее, отсутствует? Хорошо, отлично. Отличненько. Так, это предлагаю. Ням, ням. Кайф. Все, покушали чуть-чуть. Надо водички будет еще попить, конечно. Так, что по чепухам? Есть, есть кому втащить копьем, нет? Добровольцев пока нету, да? Короче, ко мне эти ублюдки, получается, где-то откуда? Где-то оттуда или оттуда плывут. Он оттуда, походу. Вон там не прогружается, видимо. Непонятно почему. Короче, они оттуда ко мне плывут, как я понимаю. Вот. Надо будет к ним тоже наведаться, только когда у нас будет броня какая-то. Какая-никакая, чтобы им немножко так прописать двоечку. Сейчас предлагаю сделать заборчик. Причем мы можем сделать железный забор. О, это вообще кайф. А что такие маленькие, серьезно? Ё-моё. Это будет, конечно, сложно. Заплатил бы за это двойною ценою. Блин, ты серьезно? Ё-моё. Тут предлагаю металлические ворота сделать. Во, зашибись. Во! И тут у нас электрическая защитная стена. Во, кайф. Не, тут уже надо прям полностью ее делать. Блин, ну это, конечно, я не знаю. Ну такое. Как их закрывать? Как их закрыть, алло? Алло! Салам алейкум. А как закрыть-то? Изнутри только? А, тут типа... А, можно все-таки закрыть, это хорошо. Давай проверим, как тут... Тут пройти, конечно, может, понятно. Блин, ну что, мне вот так вот обносить, что ли, вот это все, прикинь? Блин, это чуть не выгодно, слушай. Блин, а что-то вообще не то, слушай, вообще капец. Мне как-то надо... А-а-а, вообще что-то какое-то непонятное место, слушай, братишка. Тут хер пройдешь, конечно. Сколько ударов она ломается вообще? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Все, уж силы кончились. Короче, ломается достаточно тяжело. Поэтому, как вариант, в принципе, рабочая тема. Я хочу этот камень, блин, что мне с этим камнем делать? Мне его что, реально обносить, что ли, придется? Вот так вот? Вот так вот придется весь этот дом обносить.
Вот так, вот так, вот так, вот так. И вот до сюда, до камня прям придется вот до сюда делать. Е-мое. Это капец, конечно. Блин, был бы этот камень нормальный, я бы вот отсюда продолжил просто. Мы можем даже, кстати, не все металлом делать, а некоторые дерево обнести из стороны. А шо у него все сереет, что это такое? Шо с тобой не так? А, это силы кончаются, я понял. Понял. Я твой понял, нахуй понял, как говорится. Дерево может чуть-чуть, немножечко, совсем чуть-чуть. Дерево что-то сегодня очень плохо дают. Деревянные, как говорится, боги к нам неблагосклонны. Заплатил бы за это. Ох ты что-то, это же лодка настоящая, посмотри. Это же лодка. Охренеть. Давай заедем в дом. В хату чисто заселимся, посмотрим, что тут у нас. Подожди ты. Да лезь, ну вниз ты, твою мать, что такое. О, сюда. У меня же инвентарь, кстати, полный. Надо сейчас это разгрузиться немножечко. Немножко разгрузиться. Ой, погибаем. Погибаем! Стоять, бояться. Погнали. Машинка моя сюда, машинка. По идее, можно ихний лагерь захватить, их всех там перебить и жить там, чем вот тут забор строить. Мне кажется, намного проще реально будет их перебить. Мне надо какую-то броню или что-то типа того сделать, если такое возможно вообще. Еще не понял, там броня вроде была. Еще мне желательно лук сделать. Очень прям желательно. Ух ты, какие по... Гонщики! Сюда не умирать! Приказа умирать не было. Дядя. Фуф, блин, а. Как же не вовремя. Остров покинутого Чебурашки. Остров покинутого Чебурашки. Блин, хоть какую-то броню надо. Типа деревянную, что ли. Железная, конечно, было бы хорошо. Чтобы меня вообще не коцали. А то не сдолбали меня с двух ударов выносить. Реально же есть. Же есть? Братишка, же есть? Же есть? Это что такое? Это жажда крови. Предлагаю, да, вот 7 клубники залутать и покушать 2 клубнички. Офигенно. Заплатил бы за это двойною ценою. Ой, шикардос вообще. Так. Я плыву к вот этой вышке сначала. Точнее, к вот этому, где катер был, блин, где он? Вот он, катер, да, к нему хочу. Может, там что-то есть полезное? Может, на нем вообще плавать может? Прикинь, если там на нем... Апартаменты, в смысле, где? Вот это? Что за апартаменты? Прикинь, подводы сейчас живут какие-нибудь. Силы кончаются. Нельзя так сильно. Нельзя так сильно плавать, силы кончаются. Тут, по сути, то же самое, ничего не... Ой-ой, это уже плохо. Блин, инвентарь полон, это обидно. Обидно, братишка, обидно. За державу обидно. Подожди, я вон туда плыву. Вот это что такое вообще? Это тоже их какие-то владения или что это? Я тоже без брони не хочу суваться. А вот сюда можно, это какой-то парусник. Типа парусник, какая-то лодка, наверное, или что это? Или это ветряк стоит какой-то на железной основе? Непонятно, сейчас разберемся. Этих чебурашек надо будет выкашивать по-любому, я думаю. Думаю, да. Чебурашек покосим любою ценою. Тарарирарарира. Вот так. Не, ему въебало. Бля, смотри, стоят твари. Или нет, или мне кажется. Ощущение, что стоят вон два человека. Раз, два. Вот суки, а. Рифт мутанта. Смотри, их там сколько. Ёбаный рот, то за шо? То за шо, дядя? Тогда к вот этой вышке поплывем. Хорошо, что у меня есть флаг. Если бы флага не было, то вообще была бы жопа. Я бы реально не нашел бы места, где я живу.
Я просто дом, к дому не вернулся. Бля, акулу надо бы залутать, конечно, с нее, думаю, до хера мяса будет. Но она меня сейчас сама залутает. Реально. Так, это что такое? Я подумал, люк какой-то валяется. Херня. Херня опять, подкидыш какой-то, бляха, муха, воздуха, сука, нету! Бля, к акулам, конечно, такое себе подплывать. Пизды дадут еще. Пиздюлей чисто пропишут двоечку. Не хочу, опасно. Деревня какая? Вот это? О, ящик. Берем, берем, берем. Сюда ящичек. Не, ну это мы берем, конечно. Металл. Ой, скотч. Вообще зашибись просто. Просто шикардус. Трактор-то, наверное, пиздец металла. Да, там гараж какой-то, бля, тут столько всего. Столько всего нелутанного, как говорится. Лутай не хочу. Бля, надо вот это, по идее, закушать. Опа, нах, сюда. Мне надо водичку. Водичка есть? Во! Сейчас пойдем лутать. Вот теперь можно и залутаться немножко. Тракторочек давай соберем. Что тут под... Шо по тракторам у нас, пацаны? Есть что? Ох, нихера тут, смотри, осматривание долго идет. Значит, там резина. Резина мы, кажется, не находили. Стекло. Да ну нахуй. Металлолома полная, твою мать, жопа. Хоть жопой жуй, как говорится. Сейчас разгрузим, причем ничего у нас есть или что там можно. Так, и пудинг. Блядь, не хочу просто так лутать, конечно, еду. Сука. Ой, противогаз, броня. Надеваем, конечно же. Конечно, надеваем. Броня плюс один, офигеть. Чисто в кстати, в, блядь, в туфли, или как, не туфли, сапогети для проституток. И противогаз, заебись. Военная проститутка получается. Отлично. Сюда. Стекло надо, стекло это важно, мне кажется. Стекло хер найдешь. Из стекла может что-нибудь полезное сделать? Ну шо там, давай. Стекло еще, ой, хорош. Инвентарь полон, это очень печально. Это очень меня, так сказать, печалит. Ой, хорошо. Ну пока тут ничего не можем выкинуть, правильно? Консерву, блин, она очень дорогая, консерва, очень как бы... Кожаная броня. Подожди, а можно не кожаную, а железную какую-нибудь? Скрывать? Чего? Для создания предметов из домашнего декора. А кого вскрывать? Кого, собственно, вскрыть надо? Скрывать. Это, наверное, и из акулы или что-то такое. Используется для создания бутылок и некоторых структур. Фига себе. Фига себе ты придумал, братишка. Так. Во, рюкзаки надо, веревку мне надо создать. Веревку прям надо. Веревку это по-любому надо. Так, я думаю, веревку предлагаю. Ай, блядь. Не, пудинг-то съем. Веревку берем. Из веревки создаем мешок. О! Плюс! Еще слотики. Офигенно! Вот это кайф. Удочка не надо, факел, упаковочная коробка мы сейчас чуть позже сделаем. Хлопка нету. Мешок есть. Блин, капец, конечно. Не хватает места. Место отсутствует в полном объеме. Так, трактор где был? Тут? Не понял, куда мой трактор пропал? Где трактор я разбирал? Только не говорите мне, что вещи пропали из трактора. Тут до хера же было вещей. Вещей реально была херва гора. Блин, куда он пропал, я не понимаю. Куда мой трактор дели, а? Кто шарит? Ты украл трактор? Нет, кто украл? Расскажи мне. Кто украл трактор? Кто этот нехороший человек? Кому атата сделать? Ай-яй-яй, плюс атата. Так, металлончик собираем, это отлично. Сейчас реально достроим стену. Либо к ним пойдем, сделаем себе броню какую-нибудь хорошую. Можно какие-нибудь редкие металлы? Ой, редкие, ой, вообще хорошо. Кайф. Какой-то глобус, подожди, чё? Нафига мне глобус?
Это какая-то для достижений штука? Для достижений штука, любой ценою. Декорация, ой, кайф. Так, металломчик, металломчик. Что мне надо еще раз для брони кожаной? Нужна кожа, а для кожи нужно что? Нужно какую-то вскрывать кого-то надо. То есть кого-то надо поймать, я думаю, ну, я предполагаю, что надо акулу захерачить. Давай попробуем сохраниться. А, мы же все равно можем, мы можем все равно же продолжить с того же места, правильно? Давай где-нибудь возле моего дома захерачим акулу, сейчас попробуем. И с нее кожу возьмем. Ну, я думаю, там не только одна кожа будет, там, скорее всего, и мясо, и еще что-то выпадет. Ой, это прям киркой добывать, нифига себе. Блин, три акулы, охерей. Почему они стаями плавают? Можно как-то по... О, вот эту вот одну. Блин, акула, это, конечно, опасность. Это опасян тот еще. Жалко, с лука ее нельзя захерачить. Ну-ка. Тварь. Бля, наверное, все три сагрятся, если... Ой-ой-ой. Ой-ой. А я их не догоню, да? А чё меня не атакуют-то? А что ты... Блин, как они бесшумно умирают. А-а-а! Да я умираю! Не, слушай, они не агрессируют даже, это вообще меня радует прям. Иди сюда, тварь. Не, собака. Не. Ой-ой-ой. Шкура марлина. Блин, срочно съем консерву. Шкура марлина. Офигеть. Да ети твою, надо мышку прям... Очень быстро надо мышку крутить, чтобы ее поймать. Я ее прям ли кручу-верчу, я не знаю. Ты, наверное, слышал, как я тук-тук-тук-тук-тук туда-сюда. Еще одного сейчас залутаем. Где он? Марличик, сюда, родной! Сейчас тебя будем лутать. Ой, кайф вообще. Блин, кайф. Шкура марлина пожилого. Все, теперь можем броню сделать офигенную. Офигенная броня будет. Нас хер убьешь теперь. Пойдем к ним чисто в гости наведаемся. Чисто в гости. Согласен с ней, согласен. Тут не поспоришь. Шо по дереву? Шо по дереву, пацаны, не слышу. Блин, плюс ящик... плюс целая ячейка ящиков, это вообще шикарно. Прям чувствуется очень, что место стало до хера. Блин, вот кайф, что доски падают сами по себе с неба. Чисто нам боженька послал доски. Помолился немножко, доски упали. Это вообще кайф. Тут я понимаю, нас бог дерева вот сегодня полюбил. В начале серии чуть как-то тухленько было, конечно, с этим. Сейчас уже получше. Так, делаем что дальше? Металлические пожилые ворота. Ой, не, ворота это долго. Защитная стена, вот. Так, нам куда надо вообще? Сюда, по идее. Я думаю, вот эту сразу колючую проволоку сделаем. Как вообще баррикада это выглядит? Давай ее как-то вот так вот. Перед воротами сделаем, чтобы типа как... Вот так вот, чтобы было. Во, заебись. Пока хотя бы деревянную сделаем. Чтобы эти чепухи нам тут мозги не делали. Оборона пошла, оборона. Ну хотя бы так, железные ворота будут. Железные стены и, так сказать, деревянная защита. Че, все, доски кончились? Капец.
А меня надо не коцать, да? Отлично. Ну их, я думаю, тяжело будет сломать. Ну смотри, это уже настоящий форт у меня. Вот хер все залезешь. Надо все обнести, теперь вот прям до сюда можно. А я могу не вокруг дома, а вот просто... А, хотя сюда сверху можно упасть, да, на меня? А они, наверное, сверху, да, смогут зайти вот здесь? Если они не совсем тупые. Ну да, может, тут сверху. Она не сильно, да, коцает, если падать? Блин, ну тут так-то, блин, херово все это, скажу, с защитой. Ну я вряд ли думаю, что они такие умные, что прям полезут туда, блин. Закрыть нафиг мои. Баррикаду мою. Чтобы эти чебурашки, блин, не нападали на меня. Самый неожиданный момент. Вот тут предлагаю. Здесь вообще можно залезть, нет? Отсюда нельзя залезть, правильно? Я правильно понимаю? Да, отсюда ты хер залезешь. Поэтому надо сделать вот до сюда баррикаду. Вот. Продолжить можно вот тут уже. О, сюда веточка. Продолжить можно вот тут. Точнее, даже не тут. Может продолжить вот отсюда и вот сюда повести. И вот тут вот до сюда. Вот до вот этого камня, вот до сюда. Короче, еще до хера надо железа. Пойдем пока спать. Что у нас по огню? Все? Блин, досок мало, ё-моё. Сразу сажаем, сразу. Вот, да, что у нас? Древесина есть. Пить воду взять некуда. Отлично. Добавить морскую воду пока нету. О, пошла. Пошла рыбешка, вот это я понимаю. Так, смотри, делаем что? Делаем кожу. Кожу как мы делаем? Это что? Что за скрывать? Какую-то сушилку надо или что? Я не понимаю. Какую-то сушилку, походу, надо. Кого ты собрался вскрывать? Что у тебя какая-то мания постоянно всех вскрывать? Блин. Подвесной фонарь. Ё-моё. Грибная лодка. Чё за бронепластина? Куда её сувать? Что с ней вообще делать? Это, наверное, что-то для... Я думаю, это что-то для этих, для лодок. Баррикады. Штабель шин. Куча выброшенных шин. Охрененно. Для чего? Наверное, какой-то сигнал кому-то подавать. А есть сушилка какая-то или что мне делать с кожей, я не понимаю. Исследовательский стол. Вот мне стол надо, что не хватает? Древесина, железо. О, по идее, только железо и древесина, и все, и можно стол сделать. Давай предлагаю сегодня сделать стол хотя бы. Да, пусть дальше жарится. Нам что, да нам надо покушать немножко, я думаю. Покушал чуть-чуть и зашибись. Спать еще не время, охренеть. Блин, древесины очень-очень мало. Темно, капец. Сейчас же еще холодно, смотри, вода же ледяная, правильно? Правильно понимаю? Смотри, сейчас заморозки начнутся, да? Или не да? Сейчас и проверим как раз. А это что такое? Не видно ни хер. А, да, заморозки пошли. Ладно, все, обратно идем. Сейчас жопа наша замерзнет. Жопа замерзнет, это плохо. А жопа не должна мерзнуть, понимаешь? Жопа должна быть в тепле, поэтому держи ее всегда там. Держи свою жопу в тепле. Первое правило. Ай-яй, жопа подмерзает, здоровье уходит, нам пиздос наступает. О, какой же кайф. Только надо еще фонарь какой-то поставить. Тут не хватает фонаря. О, сюда деревяшечка. А, ничего не вижу. А так согреюсь? Да, согреюсь. Сквозь дерево даже кайф. Даже сквозь дерево греюсь. Все. Полностью холод убрали. Не видно ни хера вообще.
Я хочу вот тут сделать какой-то факел или что-то типа того. Есть такой? Есть такой вариантик? Подвесной? Нет. Огненная чаша. Вот это вот хочу. Стоячий факел. Огонь мне светлее и имеет большой радиус. Вот, огненную чашу надо нам срочно. Надо дерево где-то найти. О, дерево. Дерево меня услышало, оно появилось. Прям в самом нужном месте. Так, просто ходишь и ищешь. Не видно? Ты думаешь, мне не видно? Тебе и мне всем, никому вообще ничего не видно. Никому ничего не видно. Ни тебе, ни мне, я тоже ничего не вижу. Что по забитости инвентаря? Надо эту всю дрянь куда-то переложить. Надо второй ящик делать. Не хватает вообще места. Место категорически отсутствует. Полностью отсутствует. Блин, где дерево, дядя? Прием. Как дела? Дерево дайте. Пожалуйста, пожалуйста. Я предлагаю вообще немного расшириться же можно, смотри. Может вот тут что сделать? Так, как эту... фундамент, блин, опять дерево. Бесконечное количество дерева надо. Боже мой, за что мне столько дерева? Так, глобус, нахер. Да куда его ты шо? А, ну давай, пусть тут будет. По красоте чисто. Это что? Это тоже пусть тут будет. Во, красиво. Красота, слушай. Погреемся чуть-чуть. Клубнику ням? Ням? Отлично. Дерево что? Как вообще дерево себя чувствует? Закроем. Страшно. Очень страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Так, металлолома, кстати, до хера. О, слушай, до хера прям металлолома. Металлоломыч я прям целый. Я реально металлоломыч. Уточку тоже надо куда-нибудь. Уточка пусть тут меня встречает. Во. Пусть она будет охранником. Это будет охранник уточка. Если что, она будет лазером из глаз стрелять по врагам. Сразу. Чуть что, сразу. Пиу! До свидания. Пиу! И салам алейкум. Пусть жарится еда. Как раз свет мне прибавит немножечко. Жареная рыба пока уберем. Так, это уберем, уберем. Уберем, уберем, уберем. Это тоже нахер не всралось. Шкура марлина пока не надо. Семена уберем, уберем, уберем. Резину туда же. Все, отлично, инвентарь освободили. В кои-то веки. Вот отсюда эти ублюдки сейчас будут нападать. Я уже как бы вижу заранее всю эту херню ихнюю. Металлическая стена. А, это вообще, это просто стена, серьезно? Мне уже не стена, мне нужна прям конкретно жесткая херня такая. Гриль-печь. Не, не интересует. Вот, кстати, какой-нибудь большой сундук. С боеприпасами. А ну нахер. Контейнер для инструментов. А. Смотри. Предлагаю стену построить еще. Так, мы вообще куда строим, прежде? Блин, не видно ни хера вообще. По идее, блин, я не вижу ничего. По идее, мы вот так вот строим, типа. Так, металл кончился, отлично. Да, вот так нормально. Вот мы сейчас застраиваем до сюда, вот последняя стойка и все. И зашибись. Заплатил бы за это любой ценою. А двойной ценою. Это что за вонь? А это солнце опять сквозь камни фигачит. Стандарт плюс стабильность. Это что такое? Это ничего. Так, ну шо, заборчик есть практически, вон там только дыры, ну, с этой стороны как бы. С этой стороны уже зашибись. Прям есть целая оборона моего города.
Надо еще металла пособирать. Глобус, что с ним можешь делать? Вообще ничего нельзя. Все, спим немножко. Блин, это, конечно, было сейчас рискованно оставлять открытые двери. Это прям вообще безрассудно и рискованно. Я хочу факел себе сделать, чтобы он мне освещал путь. Стоячий вот этот факел, который был. Как его делать? Как его сделать? Покажите мне, как его сделать. Вот это вот. Что надо? Ткани, две ткани и древесину. Сейчас достанем. Ща будет, братишка, ща будет. Не беспокоимся, не паникуем. Не понял еще раз, что? Кого? Компонента? А, ткань. Подожди, ткань же надо сделать сначала. У меня разбила ткань. Ткань тут у меня... А, ткань есть у меня, нихера себе. Куда она? Так, разделяем где-то... Вот так вот две надо, вот. Зашибись. Две ткани берем. Консерву. Кушаем. Ам-ням-ням-ням-ням, как вкусненько. Ам-ням-ням-ням-ням. Так, пить воду. F, опа, на сюда, водичка, отлично. И древесину надо поискать немножко. Древесину смотрим, древесину ищем и идем, так сказать, делаем себе факел уличный, чтобы на улице стоял и нам освещал нашу жилплощадь. О, мое. Моя деревяшечка. И вот это тоже моя деревяшечка. Классно. Ой. Ай, братишка, ты не в том месте, не в то время, реально. Прям реально не в то место попал и не в то время. Так, двери не забываем закрывать. Жалко, нет автоматики. Автоматику поставь, чтобы через 10 секунд закрывалась сама. Надо приучаться закрывать двери. О, братик сел, так сказать, на свое рабочее место. Воды нету, отлично. Древесину добавлять пока не будем. Мне надо... Что мне надо? Мне надо... Даже не понял. Мне надо еще одну древесину где-то накопать. Блин, ну где она, ё-моё? Хоть одна древесиночка. Одну маленькую древесиночку можно? Махонькую, чуть-чуть. Совсем немножко. Многого не прошу, одну древесину. Одну древесину я пошел. Просто одну махонькую древесиночку. Такую малюсенькую, махонькую. Прям пипирочку. Уже время капец много. Уже время нереально много. Так. Блин, что, мне реально плыть, что ли? Давай сплаваем чуть. Не впервой. Куда-нибудь поглубже. Мы сплаваем с тобою. Тарарирарарира. Домик в деревне. Домик в натуре в деревне. Блять, заплыви, сука. Ебать. Это шо я такое сейчас ношу? А это шо я такое ношу? Это шо я такое? Сейчас я нашел. Бля. Тут что такое? Подожди-ка, это что за кучи такие неизведанные? Это мы разве смотрели? А, это водоросли, типа кораллы. Блин, похоже на какой-то гребешок. Что такое гребешок? Ну, гребешок я знаю пример, что такое, но для чего он тут используется, непонятно. Нахера тебе гребешок, что с ним будешь делать? Воду собирать в него можно, кстати, дождливую. Как ведро можно использовать. Хотя у меня уже есть ведро, зачем использовать что-то как ведро, когда у меня есть ведро настоящее. Правильно? Это как что-то использовать вместо зубной щетки, когда у тебя есть зубная щетка настоящая, да? Какой бред. О, вот это мое. Это мне надо, получается, да. Это дядюшке надо. Это дяде Роме надо. Угу. Да, да, получается. Угу. Да, спасибо.
Спасибо, учитель. Не за что. Спасибо. Спасибо. Спасибо за доску, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо за доску, да. Спасибо. Спасибо, братан, за доску, да. Спасибо. Спасибо за доску, да. Спасибо. Спасибо, учитель. Не за что. Не за что, братик. Ой, хорошо, сейчас забор уже будет готовый. Отлично, вообще кайф. Вообще кайф, забор готов. Ой, дерево, заебись. Так, поехали. Заплатил бы за это двойною ценою. Так. О, вон там дальше еще что-то есть. О, вон там, смотри, прям огромное здание есть. Туда надо заплатить по-любому, я думаю. Это прямо возле моего дома, офигеть. Прямо возле него. Может быть, я тут уже был, кстати. Может, и был. Да, я тут, походу, был уже. Тут нихера нету. Тут только гребешки плавают. Тупо гребешки, тупо мишки, тупо гребешки. Бля, ничего нет, пиздос. Пиздос! Выпустите меня. Ну, сейчас я давай... Ой, вот это мне надо, слушай. Красные водоросли, ух ты ж. Что с ними делать, интересно. Прикольно было, что акулы на меня не нападали. Это вообще, конечно, рафлан ебало. Так, че, вражины отсутствуют? Давай достроим тогда. Тогда можно и достроить. Маленькая защитная стена. Прям совсем маленькая. Ой, кайф, все, теперь тут хер пройдешь, да? Бля, заебись. Заебись, любую ценою. Колючая пожилая проволока. Ну тут она по 3 жрет, нормально. В целом нормально. Смотри, 3000 у ворот. Стена тоже 3000. 5000 металлическая, то есть ее долго-долго очень бить. Очень, Вася, долго бить. Железные выгоднее, смотри, строить они по 3 жрут за одну, а деревянные по 5 жрут. Давай себе брюки возьмем, офигеть. Кайф. Юбка с прорезью. О, заебись. Ну-ка. Ну. Эти вообще как-то по-уебански выглядят. Вот эти лучше оденем. Ну-ка, юбочку. Да, в таком только плавать. Только в таком плавать. Лучше, конечно же, намного брюки. Типа, ну. Ты, блядь, не на курорт вышла, а ты выживаешь и берешь деревяшечки. Ты выживаешь в ужасных условиях, агрессивных. Тебе нужны агрессивные брюки. Твердые, крепкие, чтобы... Не какая-то там юбка дебильная, которая порвется от любого чиха. А жесткие мужские брюки тебе нужны, строительные. Жесткие прям. Бля, вот меня вот это радует. Теперь у нас здесь целый заборчик есть с этой стороны. Хер, чё... Кто пройдет, тут не пройдешь уже. И тут не пройдешь, и вот тут нигде не пройдешь. Тут у нас что? Тут у нас обзор, так сказать. Может, здесь вышку какую-нибудь поставить. Я хочу факел построить. Наживка! Откуда столько добра здесь взялась? Офигеть. Что за подгон такой невероятный? Я хочу факел. Любую ценою. Я хочу себе факел. Любую ценою. Да, дожились, теперь металлома нету, твою мать. Зато есть сраная... Ой, что это? А, луна типа светит, нифига себе. Первый раз такой свет вижу яркий. Ночью. Обычно нихера не видно вообще. Тут прям... Замерзаем. Блять, замерзаю, сука! Пизда. И что делать? Все, умираем. Не, я хочу немножечко как бы поплавать. Блять, замерзает пизда вообще. Сука, невозможно. Где дом? Срочно факел. Срочно fuck you надо. Fuck you, bitch. Срочно. Пизда, нам все, умираем. Поверили! Пацана. Сейчас, секунду, закроем. Важно, важно. Всегда закрывай дом.
Че, еще не созрели, серьезно? Сириус ли? Так, попить. Их пожарить можно? Что? Ой, что-то я сейчас, кажется, ошибку сделал, да? Подожди. Сколько древесины осталось? 6, нормально, живем. Надо металла, металла не хватает. Все остальное как бы херня, не хватает металла. И что мне делать? Тут есть что-нибудь хотя бы, хоть что-то металлическое, блядь. Не чуть-чуть, я же много не прошу. Вон, вижу металл, вижу. Вон там где-то. Да не умирай ты, а, боже мой. И не замерзай ты, ё-моё. Чуть-чуть. Вот металл уже я приплыл, вон. 100% там металл есть, 500%. 550% даю, что есть металл. Я добуду металл любой ценою. Я добуду металльчик любой ценою. Я ж тебе говорю, металл по-любому есть. Бля, не умирай, пожалуйста, я тебя умоляю. Пизда мне, похоже, да? Пиздец, я набрал, смотри, офигеть сколько. Ё-моё. Да за шо? Всё, срочно плыву домой. Всё, я плыву домой. Всё, без паники, без паники. Плыву домой, всё, не замерзай. Нормально, всё, живи, твою мать. Мы уже столько сделали, живи. Остров пожилого оставленного Романа. Остров пожилого Романа, да, это я. Добрый день. Заходи ты, заходи, господи Иисусе. Что это такое? В смысле? Кончились древесина, серьезно? О, заебись, цель древесины нету. Кайф вообще. Просто кайф. В смысле, семян нету? Ты че, охерел? Прием, блин. Блин, прикинь, сажать нечего, офигеть можно. Тут я понимаю, блин, прикол. Вот это я понимаю, братишка. Так, огненная чаша, теперь древесины нету, заебись. Теперь с древесиной идем. Дурачок, блин. Не то так это, блин. Давай уже не замерзай, только уже как бы день. Нихера вообще не видно, темнота полнейшая. Да уже солнце, ты куда ты замерзаешь? Уже солнце вовсю херачит. Остров пожилого плюс оставленного. Да шо по освещению, пацаны? Кто свет вырубил? Я вообще нихуя не вижу. Можно хоть что-то увидеть? Да солнце же уже, ну ё-моё, дайте света. Я вообще не вижу нихуя. Прям полностью пропало освещение. Я не могу ничего увидеть. Вот что-то красное уже. Это типа у них такая анимация этого рассвета. Это что такое? Це шо таке? Металлолом? Дерево можно, пожалуйста? Ёбаный народ, за что? Дайте дерево. Пацаны, дерево, срочно! О, дерево пошло, дерево отлично. Дерево пошло, это отлично. Все, я ставлю факел, и мы идем по домам. Идем, так сказать, домой. Все. Еще раз все заплываем, и все. Что-то нихера нет, серьезно? Seriously? Ты прям на серьезных щах. О, вот это. Стиралка есть, так хорошо. Кайф. Что там сквозь текстуры берем? Тоже по кайфу вообще. А, жить!
сука, живи, блядь. Жизнь так быстро уходит, капец вообще. Блин, больше часа уже играем, ё-моё. Пора заканчивать срочно. Я просто не могу никак этот факел построить. О, я ворот забыл закрыть, прикинь, пиздец. Ворот закрывать — это большая ошибка. Это огромная ошибка. Во, наконец-то, факел мой, факел мой, fuck you. Где его поставить лучше? Вот тут? Не знаю, вот тут я хочу факел. Заебись, чё. Тепло, хорошо. Он, получается, бесконечно греет, да? Офигеть, он бесконечно сам работает. Кайф вообще, пиздец. Вау. Прикинь, сам работает. Бесконечно. Вот это я понимаю, чудо-устройство. Давай еще один поставим где-нибудь. То есть освещать территорию он должен, по идее. Это вообще классно. Что он сам бесконечно, его не надо перезаряжать. Я думал, пиздец, придется бегать, блядь. Закидывать в него эти деревяшки. Ты прикинь. Он сам светит, самостоятельный человек. Максимально классно. Давай еще вот тут построим немножечко. Подожди, а вообще куда мы строимся? Вообще куда? Вот сюда получается? Получается, мы вот так вот строимся, в эту сторону. Во, вот так вот. То есть мы вот отсюда уже идем. Вот тут я не залез никак. Вот отсюда идем, 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 вот так вот сюда идем, идем, идем. И вот тут мы где-то заканчиваем, вот тут. Вот предлагаю вот так вот, это самый короткий вариант. Самый простой. Территорию мы осветим. И вообще будет по кайфу. Во, заебись. Деревянные досочки возьмем. Главное теперь не забывать закрывать наши, так сказать, владения. Давай вот тут достроим эту периметр. Эту периметр. Вот эту вот самую периметр. Чё, нет? Чё, нет? А, всё, понятно. Печаль, беда, как говорится. Ну ладно. Классно, что меня не коцает, вообще зашибись. Ну что, предлагаю вот на этом, наверное, закончить или что? Вот так как-то скриншот. Скриншотик. Че нет? Превьюшечка. Превьюшечка, че нет? Пусть будет превьюшечка сейчас. Сохраним. Думаю, неплохая превьюшечка получилась. Все, тогда на этом заканчиваем. Встретимся уже в следующих видео. Скажу тебе, что ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайся на канал, на группу ВКонтакте, комментируй, ставь лайк. Не забудь поставить колокольчик на все уведомления. И также не забудь подписаться на Boosty, там выходят реакции на аниме. До встречи всем в следующих видео. Всем пока.